Обвинительным приговором для жителя города Назарово закончилась история жестокого обращения с котом, получившая широкий общественный резонанс. Так, в ноябре 2021 года в одном из подъездов многоквартирного дома обнаружен кот с многочисленными повреждениями по всему телу, сотрясением мозга, серьезными травмами челюсти и глаза. Кот находился в тяжелом состоянии. Благодаря неравнодушным жителям города и общественной организации коту оказана своевременная помощь. О случившемся сообщено в полицию. В судебном заседании подсудимый признал вину в совершении данного преступления. С учетом того, что преступление относится к категории небольшой тяжести, личности подсудимого, а также позиции Международной прокуратуры, судом назначено наказание в виде обязательных работ. Подсудимый в свободное от работы время будет заниматься общественно полезным трудом.